материалы из ПТ «Ледоруб» вон на той скале. Сюда можно залезть. Золоченые фигуры. Двор императрицы. Жертвоприношение, убийство. Нигде нет сведений о таких обрядах Яматая. Возможно, их просто уничтожили.
упал? Нет, ничего. Ничего? Ничего. Здесь никого нет. Они никогда до сюда не доходят. Что? Возвращаемся в бункер. Давай переждем бурю. Давай. И не расслабляться. Давай зайдем внутрь. Время есть. Важно передохнуть. Потом нас пошлют разбирать обломки. А зачем она им нужна? Что, радио вышло? Да. Она еще работает? Наверное. Ее охраняют днем и ночью. Отец, мать, если не желает, чтобы она убежала. Думаешь, у него есть связь с внешним миром? А почему тогда выживший не хотят не уходят? В смысле? Отец точно знает, когда придет новое судно. У нас всегда много времени на подготовку. Значит, вышка заманивает сюда корабли. Дошло. А зачем? Думаю, он пытается найти ее. Ключ. Ключ? Ты и вправду в это веришь? Ну, не знаю. Все, об этом нельзя. Давай просто отдохнем. Да, наверное, ты прав. Господи! Нужна помощь! Меняем позицию! Я разговаривал с жителями острова, несмотря на запрет покидать дворец. Мой долг – выяснить истину. Но тому, что я услышал, невозможно поверить. Ходят слухи, что императрица связана с потусторонним миром. Говорят, она повелевает солнцем и дождем, и земля плодородна исключительно благодаря ей. Это, конечно, вздор. Но что же породило подобные слухи? Или это такой метод правления – культивировать в народе примитивные суеверия? Я видел благоговение в глазах аборигенов, когда они говорили о ней. Но нельзя было не заметить и страх. Она правит справедливо, налоги разумны, а штормовые стражи надежно защищают местных жителей. Неудивительно, что некоторые даже молятся ей. Для них она больше, чем императрица. Она божество. Посеять в здешнем народе смуту будет гораздо труднее, чем я изначально предполагал. А вот ступка с пестиком. Возможно, для растирания лечебных трав. В ступке остались осколки костей. Надеюсь, животных.
Рейс, вы где? Нашли Сэмми? Мы еще идем по следу. Хорошо. Я собираюсь послать сигнал бедствия со старой радиовышки. Что скажешь? Лара, тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. У меня плохое предчувствие. Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Черт. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс, а это что за милый лисенок, а? А, что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. И ты бы... Да, займусь делом. Это точно электрика. В папу пошла. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Грим, пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит... И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну, я и боднул ее в лицо. По удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Да. Ну, хорошо. Так, давайте снимем ролик. Спасибо.
Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О боже, стоп! 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 Он вернется? Я его приведу. Археолог с мировым именем. Исследователь. Сам, как редкая рыба. Вы же всемирно не буду известный я археолог, доктор Уитмен. Брюхо редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. Без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитмен. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и Яматай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну, мы справимся со всем, что нас ждет. Ну что, Лара, соберись. На тебя надеяться. Эта монета вошла в обращение в Японии где-то в середине 19 века. Нет, ничего.
минут. А, и это перегорело. Непонятно, как они вообще еще работают. Сделай. Ага. Эдо, монета отчеканена в конце 17 века. Могла попасть сюда с любого корабля на острове. Thank you.
Этот бункер времен Второй мировой. Кажется, японский. Ледяная. Ты как? Нормально, занимайся делом. А сколько всего их прибыло? Десятка два. С ними женщины. Отец, мать, сам привез. Для обряда? Наверное, вечером узнаем. Короче, непонятно, чем это все закончится, но я теперь с отцом Матиасом. А что, если мы тут навсегда, надо как-то устраиваться, да? Он меня первым братом называй. Вообще-то Матиас с головой не дружит, да, это понятно. Но вот что не отнять, он умный, он опасный. И он об острове все знает. Если удастся отсюда свалить, то вот этот точняк только с его подачи. Но так что мы как бы довольны, еда есть, оружие есть. Что шторм на берег вынес, наше. Насчет новых, если пассажиров надо порешать, тоже мы. Хотя что там решать, то не согласен, того в расход. Короче, мы здесь хозяева. Чем оно им? Видать, для генератора, для вышки. И как мы поднимем эту штуку по лестнице? Хрен знает. Оставим его здесь. Нужно позвать кого-нибудь на помощь. Согласен. Пошли. Черт!
Стекло вроде хрупкое. Никто не уйдет. Отчет экспедиции. Погодные условия крайне неблагоприятны. Наши потери из-за штормов – два грузовых судна. Экспедиция расквартирована на острове. В горах возведен узел связи. На берегу начато строительство базы. Предварительный осмотр выявил несколько перспективных мест для раскопок. Остров намного больше, чем ожидалось первоначально. История местной цивилизации насчитывает многие сотни лет. На установление причин возникновения аномальных атмосферных явлений уйдет много времени и усилий. В случае успеха наша победа в войне гарантирована.